Я немного увлеклась рисованием нового LOL Pets. Это прям горячая новинка. Вот у меня здесь с видео я сфоткала. И теперь перерисовываю, чтобы для вас снять видео. Но я вам пока что не покажу, какой будет внутри Pet. Вы это увидите в видео. Сейчас я просто ввожу ручкой черной. Итак, я уже дорисовала. Вот. Pets тоже. Это у нас уже здесь все готово. Еще я здесь вот нарисовала сзади, как он выглядит. Вот. У меня здесь показано. Сейчас будем разукрашивать. И еще добавим вот здесь вот и немного здесь лапки, как и на переднем фоне. Я взяла циркуль, нарисовала два больших круга и вырезала. Потом мы это все склеим вот таким образом. Это у нас будет лол-шайба. Вот. И такими вот отрезками бумаги мы так, сейчас склеиваем вот так вот. Сейчас вам покажу. Вот так вот. Ровно. И так вот по кругу делаем. И смотрим, чтобы у нас здесь вот было так ровно. Вырезаем два круга меньшего диаметра для внутренней отделки шайбы. И вклеиваем.